Салам, дорогие, с вами Рус. Ну что, пришло время возвращать довольно-таки старый уже формат. Это обзор от того, что происходит на крипторынке. Честно сказать, я давно не садился за анализ новостей, потому что то, что сейчас происходит на рынке, для меня слегка удивительно. Но так или иначе, я начинаю понимать немного, к чему все идет, в чем на самом деле кроется проблема и с чем связан такой довольно-таки агрессивный и слегка неожиданный рост. Но перед тем, как мы начнем, я настоятельно советую вам подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно наше новое видео. Также переходите в наш телеграм-канал, здесь мы публикуем информацию о самых новых и сочных аирдропах, а также периодически отчитываемся о своих результатах в различных проектах. Поэтому, ребятки, бегите скорее в телегу, подписывайтесь, а мы будем приступать. Честно говоря, ребятки, хотел записать видео еще на прошлой неделе, но слегка побоялся что-либо анализировать, потому что я, честно говоря, думал, что происходят какие-то вещи, либо же события, о которых мы просто пока еще не знаем. Но на текущий момент, собрав определенное количество данных, я примерно осознаю, в чем дело и почему мы видим такие экстремальные росты на рынках. Я имею в виду сейчас не только рынки криптовалют, но также и рынки ценных бумаг. Большинство акций на прошлой неделе в преддверии отчетности уже начали лететь вверх, а после выхода отчетности крупных компаний их акции улетели просто сумасшедшим разрывом. И у классического ритейл-трейдера в такой момент возникает один основной вопрос: а что происходит? Честно говоря, когда я увидел вот этот огромный полет, это было еще приблизительно в начале января, даже в середине, если округлять, да, это вот там 13-20 января, где мы видели такой огромный сильный старт. И как я уже сказал, я слегка побоялся записывать видео в данный момент, потому что для меня это все казалось очень странным, поскольку явных событий в криптомире не было. И в тот момент я не отслеживал так активно рынок акций, но так или иначе, мы видим то, что есть. Крипта улетела на огромное количество процентов, и даже сам биткоин дал рост порядка 40%. На минуточку, это довольно-таки крутые показатели для топ-1 валюты. Так или иначе, если смотреть на график, то нам давно уже стоило побрить шортистов. За такой довольно-таки крупный промежуток времени, еще аж с июля прошлого года, биткоин очень слабо колебался в данном диапазоне, предоставляя возможность, предоставляя большому количеству пользователей спокойно шортить. И за данными каскадами сформировалось огромное количество ликвидности, особенности тех заявок, которые до сих пор еще не прокнули. И люди ждали какого-то определенного ретеста, чтобы их закрыть, либо же там стояли стопы. Как раз сейчас мы пошли их забрали, если смотреть, опять же, чисто с анализа ликвидности. Помимо этого, если опять же смотреть на смарт-мани, мы сбили тренд, и сейчас мы спокойно идем вверх. И так-то в теории мы должны сейчас только лететь вверх. И все бы ничего, если бы такой рост был в классических условиях бычки с определенным количеством коррекций, где каждый спокойно мог еще зайти и докупить. Но что же сейчас встречается на рынке? Слово говоря, об этом я говорил на нашем прошлом стриме, и кто хочет пересмотреть, там я эту проблему рассказывал гораздо более подробно, поскольку времени так-то больше. Если что, подсказка выскочила только что в правом верхнем углу. Но сейчас мы находимся в определенной тяжелой тисковой ситуации, поскольку сейчас крипта зажата между двумя пулами основных игроков. Первый — это те, кто хотят купить биткоин по 10 тысяч, и вторые — те, кто хотят продать биткоин по 100 тысяч. Те, кто успели закупиться в данной зоне накопления, они сейчас готовы собирать иксы. И, в принципе, у нас у всех был хороший шанс закупиться в данной зоне накопления, но мы все побоялись. Исходя из чего, у меня сформировалось свое первое мнение, что если это бычка, то это было очень хорошее время для ее начала. Как мы знаем, бычка наступает всегда неожиданно, и, как всегда, никто не успевает закупиться. Вспоминая, опять же, прошлый буллран во времена локдаунов, я помню, как крипта резко начала лететь вниз, из-за чего все начали быстро выходить из сделок, а те, кто хотели купить ее, не нашли для себя грамотной точки. Все ждали какую-то фиксацию с коррекцией, где можно было бы более-менее откупиться, посмотреть на ситуацию. Давайте даже в качестве примера посмотрим исторические данные, как рос биткоин в те времена. Как мы видим на графике, даже при таком экстремально быстром росте, все равно были точки, где можно было бы перезайти. Например, вот эта коррекция, либо же вот эта коррекция. Либо же на крайний случай, если вы крупный инвестор, то вы могли бы зайти вот здесь. Да, многие мне могут сказать, что данный промежуток времени шел слишком долго, и, например, вот этот экстремальный рост, он никак не сочетается с данной точкой зрения. Однако я пытаюсь донести главный момент, что по сути даже с каким-то экстремальным ростом, так или иначе, даже в рамках одного месяца была всегда возможность заскочить еще в данный паровоз и попытаться забрать свои иксы. Но что мы видим здесь? 23-й год начался резким ростом. В первых числах января мы увидели самое-самое дно, и после этого мы как раз и улетели. Что же делать в данной ситуации обычному ритейл-трейдеру? Но, дорогие друзья, не спешите сейчас с покупками по той причине, что, как мне кажется, мы в любом случае должны увидеть коррекцию. То есть
есть несколько факторов. Прежде всего, это обновившийся Fear and Greed Index, что, наверное, уникального в нем то, что за последние несколько месяцев он впервые попал в зону жадности. И сейчас все на рынке испытывают жадность к рынку и хотят залететь и что-то купить. Поэтому, если вы считаете, что вы один такой на рынке, кто еще не закупился, нет, не бойтесь, нас таких всех много. Помимо этого, что также очень важно, это анализировать на текущий момент новости, поскольку они дают маленькие подсказки того, какая сейчас психология у рынка. Все мы знаем правило, что стоит покупать криптовалюту на слухах, а продавать на новостях, но, как мне кажется, подход к новостям, в особенности по вопросу инвестирования, должен быть гораздо более сложным, нежели чем он представляется. Что мы видим? Я попытался проанализировать новости, которые выходили за последние дни на сайте Forflow, который является, кстати, очень крутым сайтом, это не реклама. Всем советую читать новости именно здесь, если вы не хотите получать какую-то ложную информацию, либо же какие-то инсайды, которые никем не подтвержденные, здесь все новости более-менее нормальные. Что я заметил, очень интересно, что очень много новостей бычьего характера. Прежде всего, нас встречает красивый бык, и то, что опять какое-то агентство спрогнозировало бычий рынок во втором квартале 2023 года, то, что в январе доход биткоин-майнеров вырос на 27%, что в принципе связано с ростом токена, но так или иначе, это тоже как бы положительный фактор для рынка. Помимо этого, то, что опять, как уже было при прошлых буллранах, опять говорят о том, что дно было пройдено. Тем самым вас как бы психологически заставляют: ребята, зайдите в рынок, потому что ниже мы уже не пойдем. Помимо этого, Кэти Вуд, которая является главой ARK Invest, это компания, занимающаяся менеджментом активов, также, по сути, рекламирует крипту, в особенности биткоин, сколько считает криптовалюту лучшей формой защиты от потери богатства. И на самом деле, общий новостной фон вокруг сейчас крипторынка, он очень странный, по той причине, что много положительных новостей, но на негативные новости рынок никак не реагирует. За последний месяц мы видели тонну плохих новостей, например, связанные со взломами разных DeFi'ев, либо же вот, например, прямо передо мной сейчас DeFi проект Everland на базе Solana прекратил работу, то, что опять в США предлагают забанить криптовалюты, или же то, что JP Morgan выходит с заявлением, что 72% институционалов не заинтересованы в криптовалютах и так далее и тому подобное, о чем вы, в принципе, должны были слышать уже на последний месяц, оно никак не влияет на то, чтобы рост биткоина. Чего у меня складывается довольно-таки грустное на самом деле мнение, поскольку, как мне кажется, сейчас происходит какая-то явная манипуляция рынком, поскольку такой рост, он не связан с чем-то революционным или же прекрасным. На последнем заседании ФРС мы опять подняли ставку на 25 базисных пунктов, на что рынок не должен был реагировать вообще никак, поскольку это уже было заложено в цену, и 93% трейдеров этого ожидали. Но по какой-то причине мы опять дали рост почти что на 5%. Только вот сейчас выходные, пока рынки спят, на премаркете началась какая-то форма локальной коррекции. Смотрите, ребятки, в чем основная, наверное, суть? Поскольку я уже много раз говорил о том, что я в основном являюсь смарт-мани трейдером и вижу сейчас для себя всю суть торговли ровно в данной стези, мы можем просто посмотреть на текущее движение по смарт-мани и определить, что будет дальше, или что нам нужно делать, чтобы увидеть какое-то дальнейшее движение вверх, либо же это будет движение вниз. В чем здесь определенная, наверное, радость и особенность? Что вот здесь огромная зона накопления на 25 тысячах приблизительно, и это все можно было бы, в принципе, забрать в ордер-блок, от которого, вероятнее всего, будет крутая реакция. Опять же, для подтверждения того, что это ордер-блок, мы видим, как хорошо здесь свеча среагировала на повторное касание, и то, насколько активно здесь трейдеры начали сливать. И что интересного я вижу на данный текущий момент, это то, что мы подошли и коснулись этого ордер-блока и получили на него автоматическую реакцию. А как мы знаем, обычно в таких случаях, если ордер-блок очень сильный, то от него можно набирать шорты для того, чтобы фиксировать либо же ловить вот это хождение вниз. Помимо этого, для того, чтобы продолжать дальнейший рост, нам как минимум нужно выйти за грани данного ордер-блока, дать какую-то коррекцию по нему как по поддержке, лететь вверх. Поскольку так или иначе, общий тренд пока на рынке не изменился, опять же по анализу Smart Money, мы можем заметить, что общий тренд, который был заложен еще в середине прошлого года, он никак не поменялся, и сейчас мы до сих пор идем в общем так называемом медвежьем тренде. Если от данного ордер-блока будет реакция, то вероятнее всего мы полетим как раз вниз, где-то вот здесь, вот за сборами данных ликвидности, опять же в районе 10 тысяч. Но логичным будет вопросом являться, что же мы тогда делаем, если это был конец медвежки? Но логичным вопросом будет являться, что же нам тогда делать, если это конец медвежки? Так или иначе, конец медвежки не может сопровождаться одним бесконечным ростом без коррекции как минимум на 50%. Это основной закон рынка, что после резкого роста он должен корректироваться как минимум до 0.5 по Фибе. Что мы видим сейчас, такой коррекции еще не наступило, а если она и наступит сейчас, то тогда можно будет от нее набирать какие-то позиции на спот, либо же запускать торговых ботов на споте. Но для тех, кто очень внимательно смотрел начало ролика, там была как раз выставлена открытая позиция на шорт, которую я в принципе ожидаю. Но здесь есть пару очень острых моментов, на которые стоит обратить внимание. Я не уверен, что к данному значению еще вернется цена, но для этого есть один фактор, который в принципе должен поспособствовать. И данным фактором является индекс
индекс доллара. Как мы видим, данная штука летит вниз и никак не останавливается, тоже не дает никаких коррекций. Кто-то скажет, вот это хорошая коррекция, кто-то скажет, это хорошая коррекция, но это тоже нифига не коррекция. И только сейчас, последние несколько дней, мы увидели обратный откат, который, к сожалению, никак не был связан с фондовыми рынками. Индекс доллара сам по себе начал расти, и опять же, если анализировать его с точки зрения общего графика, то мы, во-первых, пробили очень крепкую наклонку и уже дали ее ретест на данном моменте. И как мне кажется, сейчас после такого резкого довольно-таки роста по DXY мы должны дать касание на торговку и вернуться обратно в этот ценовой канал и идти выше. И это как раз в свою очередь будет связано с дальнейшим снижением битка. Его, в принципе, мы все и ожидаем, что приблизительно сочетается с той идеей, которую я показывал на графике биткоина. Теперь, отходя немного от объективных вещей, мне бы хотелось перейти к слегка субъективным, поскольку то, что я скажу сейчас, может быть воспринято каждыми по-разному. С одной стороны, кому-то кажется, что хорошие новости, это прекрасно для рынка, это значит, что мы сейчас начинаем набирать обороты. Но из своей практики и, в принципе, из своей насмотренности я могу вам сказать одну важную вещь. Когда вы видите хорошие новости на рынке, готовьтесь к очень сильной коррекции. То, что организации, либо же очень известные личности выставляют какие-то крутые новости на рынке, это напрямую означает то, что они хотят ввести в рынок вас. А для какой цели им вводить вас? Для того, чтобы собрать вашу ликвидность и уже реализовать свой план по распределению активов. И те самые люди, которые закупились битком на 15, 16, 17 тысячах, они как раз сейчас будут распределять свою прибыль. И крайне вероятно, мы увидим как раз маленький ретест данного ордер-блока, после чего мы активно полетим вниз. Помимо этого, я только что заметил, здесь уже сформировался определенный трендовик, на основе которого мы можем тоже ведь заметить, насколько он притирается уже к этой границе. За этой границей находится огромная ликвидность. Те самые стопы людей, которые будут считать, что биток должен лететь еще выше, и заходить будут по нему в лонг. Поэтому, ребятки, я настоятельно не советую сейчас пока торговать. Я, честно говоря, сам даже взял маленькую паузу. Последние две недели я открываю слишком мало сделок, чтобы сочетаться со своим планом по ордерам. Но я не открываю не потому, что я, например, боюсь, а ровно потому, что я не вижу логику в рынке. Если вы не видите логику, это напрямую означает то, что рынок является манипулятивным. Так или иначе, для того, чтобы рынку в обычное время торговаться по заложенному плану, ему нужно делать какие-то формации, либо же как-то наторговываться так, чтобы другие трейдеры могли поспособствовать общей ликвидностью для создания того или иного движения. Поэтому, ребятки, те, кто боялись, что не успели закупиться, не бойтесь, возможность еще будет. И я уверен, что это займет не так много времени, как вам может казаться. Коррекция должна наступить уже в ближайшее время, поскольку общие темпы роста, они начинают сокращаться. И мы видим даже на примере вот этого фрагмента, конкретно вот данного движения, что медведи сейчас начинают опять преобладать, даже на локальных фреймах. Как бы это грустно ни звучало, на текущий момент нету оснований для того, чтобы рынок рос. Но поскольку сегодняшнее видео, оно касается не только биткоина или же индекса доллара, а мы говорим в принципе о крипте, я обязан сказать, что последний месяц на самом деле очень сильно удивил. Есть крутой сайт, на котором можно отслеживать приблизительный рост разных монет за последний месяц. Он называется Crypto Bubbles. И мы можем просто по этой картинке увидеть, насколько он был сочным. Solana, при том, что монета почти что могла быть названа заскамившейся, дала аж 88%. Shiba улетела аж на 80%. Ну и, естественно, самым главным игроком месяца является Aptos, который дал 345%. Не стоит преуменьшать, конечно, влияние и Cardano, которая дала 50%. Ну и Ethereum 34%. Но тоже у нас в центре, конечно же, биткоин. Стоит понимать, что, наверное, биткоин все-таки задал тренд для всех этих валют. Помимо этого, FTM дал 189% за месяц и только 40% за неделю. Есть, конечно, некоторые единицы, которые дали за последний месяц лишь негативные результаты, но так или иначе, как я вижу, это были лишь стейблы в большинстве своем. Топ-200 — это вообще какая-то сказка. Тут почти каждая монета дает по 100%. И те ребятки, кто успели этим закупиться, сейчас, наверное, уже выбирают себе Lamborghini или какую-то новую яхту. При условии того, что мы даже не перебили тренд и еще не началась бычка. Я надеюсь, ребята все успели что-то для себя прикупить и на чем-то уже подзаработать. И на самом деле было очень сложно, если вы следуете своему риск-менеджменту и примерному инвест-портфелю, не заработать на таком рынке. Честно признаюсь, последние несколько дней января я уже полностью перестал смотреть на ботов, которые у меня торгуют на споте и на фьючах фланги, потому что вот эти огромные проценты, которые я увидел на данных ботах, меня настолько удивили, что я не мог в это поверить. Собственно говоря, для чего я вообще открыл эти пузырики? Я хотел вам, ребятки, подвести очень маленький важный итог, цель которого — направить вас на правильный путь. Никогда не бывает идеальной точки входа на рынке. Идеальную точку знают только те, кто этим рынком управляют. Если вы хотите быть прибыльным в инвестировании в токены, самое главное правило, которое вы должны для себя понять, это то, что выгодная покупка была вчера. Если вы видите, что актив вырос уже на 20%, то не стоит заскакивать в последний убегающий вагон и пытаться собрать последние 5-10%. Это не принесет никакого смысла. Изучайте разные проекты, изучайте разные токены. Можете открыть CoinMarketCap и пролистать первую 1000 токенов по
посмотреть то, что вам нравится, выбрать хороший проект, в который вы верите, и залить в него свои деньги. На этом, в принципе, все. Спасибо, ребят, большое тем, кто досмотрел до конца. Видео было очень быстрым, коротким, но, честно сказать, я хотел с кем-то поделиться своей точкой зрения и позицией на текущий момент о рынке, поскольку, как мне кажется, данный контент, возможно, будет полезен некоторой группе лиц из нашего канала, кто не так сильно погружен в мир крипты. И увидев новости, что биткоин вырос на целых 30-40% буквально за несколько дней, это должно ударить как минимум по вашей самооценке, то, что вы, мол, проглядели какую-то возможность, но ни в коем случае не накладывайте это на себя. А лучше подумайте над тем, как правильно вам выстроить стратегию своей покупки и продажи активов и их удержания. Даже такой рост, он никак не сравним с тем, что возможно на бычке. Когда биткоин будет улетать на целых 200-300% с текущих позиций, вы вспомните мои слова. Но будет ли он улетать, это, конечно, очень хороший вопрос, поскольку я уже в Телеграме до этого писал свое мнение по данной теме. Советую всем ознакомиться в Телеграме, это находится в закрепленных сообщениях. В очередной раз хочу попросить вас подписаться на наш YouTube канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. Ребятки, данные простые шаги для вас очень сильно помогают нам развивать наш канал и, в принципе, мотивируют нас на дальнейшие видео, поэтому, пожалуйста, не пропускайте данные возможности, нажмите лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, бегите к нам в Телегу, там очень много всего интересного. А с вами был Рус и канал Бабки на Крипта, и самое главное, не теряйте свой кэш.